На работе вас ценят. Лично я не верю, что вы коварная шпионка. Может, вы просто не подумали? Может, вас разозлило происходящее? Они покусились на основы нашей демократии. Говорят, в этом замешана администрация президента. Чепуха, это исключено. Реалити. Не ожидали нас увидеть? Нас беспокоит утечка данных. Внутренняя угроза. Это мой напарник, Уолли Тейлор. Очень приятно. У нас ордер на обыск вашего дома. Это что, шутка? Показать? Да, пожалуйста. 56 килограммов, боюсь, вы мне льстите. У меня есть чувство юмора. Так написано у вас в правах. Точно. Чуть приврала. Как все мы. Реалити. А если я скажу, что вы предали гласности секретную информацию? Этот документ был только для сотрудников АНБ. Если его слили не вы, то кто? Думаю, вы знаете гораздо больше, чем говорите. Моя работа — защита секретной информации, а не ее разглашение. Я здесь, потому что хочу понять причину, ваши мотивы. На меня? Реалити. 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 Что произошло, что вы решили так поступить? Реальная история Уиннер.